У нас первая попытка кубика. Собранный кубик пробуем левой рукой разобрать, а правую. Это будет, наверное, самый трудный первый шаг. Еще раз показываю, как пальцы надо держать. Вот такие должны быть открытые пальцы, когда кубик делаешь. Можно большим пальцем брать вот так вот и крутить. А у нас пальцы на правой руке еще не хотят открываться. И вот так вот можно крутить, и вот перевернуть его. И вот дядя Дима должен сейчас с этим кубиком помереть, ну, чтобы кубик разбирался и собирался. Мы были на соревнованиях по спидкубингу в Барнауле, и там был дедушка, которому 71 год, и он собирал кубики на скорость. Вот он рассказал, что он после инсульта восстанавливался кубиком. А 71 ему никак не дашь, лет 60 было на вид.